ее на самом деле снимаю не первый раз, и по этому процессу уже подобран конкретный рецепт. Ну давай разберемся на примере вот как бы самого известного блюда. Кирилл Романов переехал в Москву из культурной столицы. Делится секретами, как выбрать в аренду лучшее жилье. Правила кулинарные. Хочешь, чтобы блюдо получилось вкусно, выбираешь качественные ингредиенты. Так, если хороший омлет нельзя представить без овощей, зелени и сыра, то и при выборе квартиры нужны акценты на транспортной доступности, сервисах, в том числе и онлайн. И главное, быть уверенным в арендодателе. Наше блюдо почти готово. Все ингредиенты подобраны идеально. Оно хоть и само по себе простое, но довольно надежное. Ну, собственно, как отношение арендодателя и арендатора. Проще, надежнее. Безусловно. Качество новых предложений на рынке аренды на личном опыте уже проверили в Минстрое. Я уже снял квартиру, просто посмотрев то, что предлагают, стал нанимателем. Заместитель министра строительства Никита Стасишин между рабочими встречами рассказывает. Переформатировать арендный рынок решено еще в мае 2016 года. Поручение президента. Строить нужно не только жилые дома, но и доходные для коммерческого найма, в том числе привлекая частные инвестиции. Для этого в кратчайшие сроки АИЖК создала закрытый паевый инвестфонд. Это главный инструмент для привлечения капитала. Вложив свои деньги в закрытый паевый инвестиционный фонд, ЗПИФ может являться и застройщиком по программам, участвовать в финансировании строительства этих домов по программам ЭЖК, либо покупать уже готовые дома, а потом просто этот пай можно будет спокойно в случае необходимости быстро продать на московской бирже. Это ПИФ Кутузовский, пайщиком которого является ЭЖК, паи этого фонда уже сейчас можно купить на московской бирже. Ирина Балкарова знает все о современной цивилизованной аренде жилья. Первый дом на Кадынском поле – проект пилотный. Успех лайнера должен показать рынку новые направления. Самый частый вопрос, который слышит Ирина – сколько стоит арендовать такие квартиры? Какие квартиры сравниваются? Сравнивается, например, трехкомнатная квартира площадью X на третьем этаже. Мы берем нашу квартиру трехкомнатную площадью X на третьем этаже. Дальше мы смотрим, в каком состоянии наш ремонт, такие же характеристики другой квартиры. Мы окажемся немного дешевле, либо в нижней границе рынка по аналогичной квартире. Главная задача – сделать аренду не только доступной, но и безопасной. Комфорт, удобство, современные сервисы – тоже в приоритете. Ну и, само собой, экономический эффект. За развитием цивилизованного рынка аренды следят эксперты Общероссийского народного фронта. Я надеюсь, что вот эти пилотные проекты, они будут реализовываться именно под очень чутким руководством правительства Российской Федерации с той целью, чтобы все-таки построить те эффективные механизмы, которые позволят собственникам арендных домов окупать те проекты, которые они будут реализовывать. На рынок аренды сделана большая ставка, и качество продукта должно быть во всем. Над тем, чтобы сделать арендное жилье комфортным, работает целая команда профессионалов. И речь не только о сервисах, либо дизайнерских новшествах. Перфекционизм во всем, даже при заключении договора. Никаких подводных камней, либо мелкого шрифта. Все максимально просто и прозрачно. С этими бумагами разберется любой, кто даже не знаком с юриспруденцией. В итоге, после подписания, этот документ становится тверже гранита. Сегодня почти 27 миллионов семей нуждаются в жилье, и 7 миллионов готовы рассматривать аренду. Что интересно, больше половины из них хотят снимать в долгосрочной перспективе. И планы строят на годы вперед. Эксперты прогнозируют, спрос на цивилизованную аренду будет только расти. На сегодняшний день 84% россиян живут в собственном жилье. Соответственно, в целом, в масштабе, в большом, рынок аренды, он кажется мизерным. Но наметилась тенденция на развитие цивилизованной аренды. Иными словами, вы делаете ставку на то, что чем понятнее будут правила игры, тем больше людей потянутся к этому движению. На мой взгляд, это бесспорно так. Арендное жилье развивается сразу в нескольких направлениях. Комфорт-класс, как, например, лайнер. Еще один проект – матч-поинт в районе Кутузовского проспекта. Вариант для тех, кто выбирает уровень бизнес. Разрабатываются самые разные объекты, которые смогут удовлетворить желания любых арендаторов. Объединяет эти дома одно – высокий уровень проработки дизайнерских решений. Справа от меня – это гостиная и огромная кухня, там спальня. Ну а эту часть можно использовать как рабочий кабинет, либо детскую комнату. С самого начала здесь работала целая команда дизайнеров, которые использовали светлые тона и удобную мебель. Максимум комфорта.
Современный подход к аренде развивают не только в столице. А ИЖК ведет переговоры, чтобы такие дома появились в Екатеринбурге и Перми. Одним из ярких примеров может стать Тобольск. На полях Петербургского экономического форума агентство ИСИБУР подписали документ о развитии рынка жилья. 1500 семей смогут воспользоваться арендным жильем и со временем выкупить его. Сегодня в России сдается примерно 4 миллиона квартир. Хозяева большинства из них предлагают снять квартиру без лишних бумажек. Отсюда и обманы, внезапное выселение, увеличение платы. Шансы доказать свою правоту и добиться справедливости в таких случаях стремятся к нулю. Договор по гражданскому кодексу у нас это такая единственная форма гарантии, по которой арендатор может отстоять свои права, то в суде защитить свои права практически невозможно. Можно, конечно же, ссылаться на какие-то доказательства, на показания свидетелей, но, как правило, это является косвенным моментом и остается на усмотрение суда. Вместе с созданием принципиально нового рынка становится ясно, как выглядит сегодняшний арендатор. Это молодые и перспективные специалисты, студенты и не только. В ближайшие годы АИЖК планирует инвестировать в арендные дома около 100 миллиардов рублей. В итоге миллионы жилых и комфортных квадратных метров для миллионов.